скотласе у трех управляющих компаний были выявлены нарушения лицензионных требований. Об этом сообщили в межрайонной прокуратуре. В основном проколы управляющих компаний – это ненадлежащее содержание имущества многоквартирных домов. В одном из случаев – неснятая и непогашенная судимость, в том числе за особо тяжкое преступление должностного лица одной из управляшек. По постановлениям прокурора к административной ответственности по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечены три должностных и одно юридическое лицо. Лицензия предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, выдается на 5 лет. За нарушение лицензионных требований штраф для должностных лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических от 250 до 300. За грубое нарушение штраф и больше. Такими считаются, например, непроведение промывки и регулировки систем отопления или непроведение гидравлических испытаний узлов ввода и систем отопления.